У нас 2 дня артиллерии. Давай перечислю. Это любопытно. Первое. Стаханов. Накрытие базы Вагнера. И Росгвардии совместно. Ну, извини, там говорят, что якобы задели этого Кренделя, но похоже, что это не так, да? Поиск Кренделей. Пригожин. Не думаю. Не думаю. Я тоже десятки, не думаю, но просто десятки, все спрашивают. Да, десятки убитых и раненых там есть. Едем дальше. Старая Сбурьевка, Херсонская область. Значит, десятки убитых и раненых. Накрытие. Значит, в том числе там погибло 2 генерала. Один армейский, один ФСБшный. Причем ФСБшный тот, который отвечал за организацию референдума в Херсонской области. Видите, а фамилии как... известные, имена, фамилии? Уточняем. Я хочу сказать другое, что очень вредно организовывать референдумы в Херсонской области. А, да. Значит, Херсон, мы сейчас карту показываем Херсоны и Николаева, но будем менять. Ты скажи, что менять. Будем... Ну, менять пока. Вы бы так быстро не успеете менять. Там география разлета очень широкая. Васищева, Харьковская область. Десятки убитых и раненых. Накрытие. Горело до позднего вечера. Возможно, даже сейчас горит еще. Причем это накрыли вчера. Сутки длится история. Значит, село Дмитренко, Херсонская область. Попадание в склад боеприпасов. Детонация несколько часов подряд. Село Очаровательное, оно же Чаривна, Херсонская область. Попадание в склад боеприпасов. Детонировало несколько часов назад. Тут самое интересное. Населенный пункт Чекалово, Херсонская область. Первое подтвержденное наличие арабских наемников по-настоящему. Может, да второе. Ладно? В Украине, да, и точное сирийское, вероятно, сирийцы. И точное попадание украинской артиллерии. Больше 200 убитых, по самым нижним оценкам. Все, как больше среди... нет сирийских наемников, конец. Да, экспресс-тур в Украину оказался. И российские войска тоже. Значит, по Запорожской области еще данные не догнали, но там было не меньше сегодня. Не сегодня. Вот еще у нас Береславский район Херсонской области. Накрытие, значит, склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Детонация несколько часов. Ну, в общем, такие два денька два замечательные. Посмотри, я хочу... чего это? Почему эти попадания? Почему точность, снаряды? Что это? Это западное оружие, это украинское оружие? Ну, что? Накопилось 155 миллиметров в достаточном количестве. А, 155 миллиметров. Но это западное производство. Запад. Что я хочу сказать, что вот, уважаемые западные коллеги, мы тут вас журим иногда, я часто журю, но посмотрите результаты использования вашего оружия. Дайте еще столько же, и все, и мы закончим это дело очень быстро. Лучше в 2 раза больше. И так далее. Но лучше товарищам из Кремля нахрен убираться, все отвести, и тогда и да, трупы будет меня поражает больше. По всей этой истории. У войны же 2 способа ее закончить. Значит, жертва прекращает сопротивляться, или агрессор прекращает атаковать. Абсолютно. Почему-то Европа никогда не дискутирует, агрессор прекращает атаковать. Она постоянно, старая Европа, любит подискутировать, жертва прекращает сопротивляться. Там подписывает Минскарь какой-то. Но еще раз я жест показывать не буду, за меня сказала украинская артиллерия сегодня. Да. Это ж я озвучил половину того, что за сегодня произошло, потому что от Изюма до Попасной в Запорожской области еще подходят данные, да, значит, как бы не все они есть. Ну, теперь выводы логичные. Из-за того, что украинская артиллерия работает как боги богов войны, особого продвижения нет нигде. Значит, есть позиционная возня, самое главное, опять пошли они от Изюма, пытаются наступать, но это тактическое движение. Артиллерийские дуэли, там всякое такое.